Добрый вечер, друзья. В эфире «Время предпринимать». С вами в студии ведущий программы Глеб Архангельский. И поговорим мы сегодня о круглосуточной работе бизнеса. Мы уже полтора года в нашей передаче занимаемся тем, как сделать бизнес более эффективным, более удобным для клиента, более быстрым, более экономичным. Короче говоря, как сделать его действительно конкурентоспособным и привлекательным. Вот один из очень интересных факторов конкурентоспособности, фактор привлекательности, это круглосуточность 24/7. Причем мне очень приятно осознавать, что это один из тех пунктов, где наша страна во многом впереди. Потому что те, кто пытались, например, в неурочное время пообедать в Европе, я уж не говорю о том, чтобы в бассейн сходить ночью, знают, что там царит полнейший оголтелый социализм, и в 18, в 19, в 20 часов люди идут киндер, кюхен, кирхен, и ничего им уже не надо. Деньги они не зарабатывают. В этом смысле наша страна, особенно Москва, но и города-миллионники тоже, это хороший пример того, что уже довольно много круглосуточного есть. И возникает интересная ситуация. Когда я сегодня в блоге спросил, каких бы вам круглосуточных бизнесов или услуг или товаров хотелось, очень много реплик, самых разных, я сегодня некоторые процитирую, вплоть до церкви хочется человеку круглосуточные, чтобы работали. И понятно, что как потребителю это действительно удобно. Я могу сказать, что я сам буквально сегодня с кровью от сердца, когда несколько дней назад у меня закончилась карта фитнес-клуба, в который я ходил в пешей досягаемости от дома, который работал до часу ночи, с кровью от сердца я перехожу в другой фитнес-клуб, который тоже в пешей досягаемости, чуть-чуть подальше, цена та же самая, примерно все то же самое, но он круглосуточный. И вот этот фактор круглосуточности, то, что мне не нужно после сегодняшнего эфира считать, успеваю я в бассейне, не успеваю, оказался для меня, как для потребителя, главным. Но с чем нам важно сегодня разобраться? А насколько рентабельны затраты бизнеса на переход на эту круглосуточность? Выглядит очень красиво, для клиента очень привлекательно, но понятно, что это втрое больше людей, втрое больше каких-то технологических процессов. И сегодня с этим надо разобраться. Первый наш гость, который нам поможет в этом разобраться, он сегодня присутствует у нас удаленно. Это Борис Дьяконов, совладелец и один из создателей Банк24.ру. Первого и, насколько мне пока известно, в России единственного банка, который работает круглосуточно. Не телебанк, не интернет-банк, не банкоматы, а именно полноценные банковские услуги. Добрый вечер, Борис. Добрый вечер. Борис присоединяется к нам из Екатеринбурга по телефону. Банк изначально открылся в Екатеринбурге, но сейчас, насколько я знаю, работает в Петербурге. Есть отделение в Москве на Тверской. Надеюсь, что рекламный отдел не сочтет это рекламой. Борис, расскажите, был ли коммерческий эффект не просто с точки зрения маркетинга? Да, узнаваемый бренд, да, вы 24 часа в сутки. В Екатеринбурге вас очень хорошо за это знают и отличают. Но вот реально денег-то стало больше или затраты на всю эту историю больше, чем доходы от нее? Знаете, мы никогда не были не круглосуточными, поэтому нам, наверное, не с чем сравнивать. Но, с другой стороны, мы поняли такую вещь. В Екатеринбурге у нас под десяток круглосуточных офисов. И, наверное, для Екатеринбурга это уже слишком много. И в какой-то части мы несем уже больше затрат, чем получаем пользы. Зато все знают, что мы круглосуточные. В Москве же у нас всего один офис, и он тоже круглосуточный. И для Москвы это, наверное, слишком мало. Борис, а какой-то экономический анализ проводился? То есть вы знаете, что вот эта прибавка плюс ночь, она вам стоит столько-то зарплат, столько-то, не знаю, электричества, столько-то технических, айтишных каких-то проблем, вопросов. А добавка денег, у вас ночью пришло 3 человека за ночь, принесло каких-то депозитов, получило кредитов. И какая из денежек больше? Есть ли такая экономика? Вопрос услышал. Мне кажется, некорректно считать только ночных клиентов. В этом прелесть круглосуточного сервиса и круглосуточного банкинга, что люди часто выбирают круглосуточные штуки просто в надежде, что когда-то оно им понадобится ночью. А на самом деле ходят днем. Не секрет, что основные электрички клиентов приходят рано утром или когда только начинается рабочий день, и потом, когда он заканчивается. Им просто с нами комфортно, это плата за комфорт. Но опять же, с другой стороны, у нас в сети буквально каждую минуту происходит по транзакции, при том по физической. То есть кто-то в офисе приходит и что-то делает. И расходы, которые мы несем, это расходы на персонал, наверное, расходы на дополнительную охрану, но мы не платим
лишнего за закрывание и сдачу на охрану хранилищ. Мы уже заплатили за недвижимость, будь то в аренде или в собственности. Соответственно, ну пусть уж она работает круглосуточно. И ну, глупо закрывать ее на какое-то время. Вот примерно из таких соображений мы и исходили. Борис, вопрос такой. Вы интересную мысль сказали, что для многих клиентов важен сам факт, что они в принципе могли бы прийти ночью, и это дает им выбор банка. То есть я понимаю, что в любой классический банк, ну, в 6, 7, 8, 9 вечера, но он, скорее всего, закроется, я в него не приду. Вы пытались как-то отслеживать долю таких клиентов, для кого этот фактор был действительно решающим? Клиенты при опросах говорят вещи, которые их, наверное, на самом деле не до конца мотивируют. Например, говорят, что вот мы вас выбрали, потому что вы физически находитесь рядом. Или что в какой-то момент были выгодные тарифы. Тем не менее, около 15% клиентов нас выбирают именно из-за режима работы. Но есть еще люди, которые становятся нашими клиентами случайно. Например, человеку срочно понадобилось получить или перевести деньги по Western Union. А он шел в 2 часа ночи и увидел, собственно, ваш офис. Да. Ну, или уже знал, что есть такой. Он позвонил в справочную, зашел на сайт и увидел, что единственный офис, который, например, есть в Москве с таким режимом, наш. Или срочно понадобилось вот исключительно ночью, только он вдруг понял, что уезжает, нужно заказать пластиковую карту. Пожалуйста. Такое же решение тоже у нас, и так далее, и так далее. Поэтому часть клиентов, они становятся круглосуточными и выбирают этот сервис круглосуточный, сейчас, например, с фитнес-центром. Это аптеки, магазины, вот в нашем случае банк, это те, кому приспичило. Борис, они стали искать услугу и круглосуточно вперед. Борис, и последний вопрос. Вы упомянули утренние и вечерние электрички. Не замечали такого эффекта? Тут просто мысль возникла неожиданная, что самый большой клиентский поток можно отхватить не столько на ночи, сколько на том кусочке, когда, скажем, Сбербанк или какой-то другой некруглосуточный банк еще не открылся или уже закрылся. А люди, которые работают много, самые платежеспособные люди, они приехали пораньше, банк еще не открыт, а им уже надо на работу, или уезжают, а банк уже закрыт. Вот не замечали таких пиков рано утром, поздно вечером? Да, пики есть, вот эти так называемые электрички. Но в чем, на наш взгляд, сложная правда? Она в том, что пока ты не скажешь людям, что ты работаешь круглосуточно, эти электрички к тебе не заедут. Спасибо большое, Борис. У нас, напомню, в эфире был Борис Дьяконов, совладелец, один из создателей Банк24.ру. Первого и пока единственного банка в России, который работает круглосуточно. Гость, который у нас присутствует в студии в живом физическом, а не телефонном теле, Игорь Лукашов, создатель, основатель, представитель совета директоров группы компаний X-Fit Group, кандидат экономических наук. Добрый вечер, Игорь. Здравствуйте. Игорь, насколько я знаю, ваша сеть фитнес-центров X-Fit работает не круглосуточно, но вы в неких размышлениях, экспериментах и в каком-то движении в эту сторону находитесь. Расскажите чуть подробнее. Да, это правильно. Мы сейчас изучаем этот вопрос, хотим пробовать, будем тестировать этот формат, потому что мы находим, что вот в Москве, как и в других мегаполисах, ритм жизни настолько высок, что люди с активной жизненной позицией, а это та самая целевая аудитория наших потребителей, это наши люди, они просто физически не могут успеть все из поставленных перед собой часто амбициозных задач. Поэтому они ищут возможности, как это восполнить. Соответственно, мы считаем, что такая услуга расширение диапазона работы клубов может быть вполне востребован. Вот, я бы просто хотел сказать, что неосмотрительно, наверное, было бы, не поняв, как это работает, кидаться с головой в эту тему. Потому что, да, мы как бы вот индустрия, фитнес-индустрия, все тренды и моды задаются в Америке, это ни для кого не секрет. Там как у них, кстати, круглосуточность? Вот, там есть эти клубы. Вот, у нас есть такая организация ERSA, которая объединяет там
там, чуть ли не 10 тысяч клубов по всему миру, она проводит конференции, и вот там идет такой серьезный обмен опытом. И все вот эти тенденции задаются там. Поэтому есть в Америке 24 Hours, там сеть, есть еще сети небольшие, региональные. Они делают вот такие форматы. Мы их видели, мы их знаем о том, что они существуют давно, но мы просто не считали, что у нас это востребовано. Там они сделаны в очень экономичном режиме, как правило, эконом-класса клубы. И сделано это для полицейских, для пожарных, для людей, у которых сменная работа, и они там днем не могут ходить. И то есть там нормальные люди в 6 уходят, да, 7 идут в фитнес-клуб, да, там, и им ночного не надо. Нормальные люди там спокойнее. Это вот такие больше сменные. Вот. Что касается того, как это будет происходить у нас, мы собираемся сделать опросы среди наших клиентов. Там сейчас готовим анкеты как раз. И будем, поняв, что это действительно востребовано, хотя мы считаем, что это востребовано, будем просто увеличивать не сразу круглосуточно. Вот, на наш взгляд, допустим, до 2-3 сделать клуб ночи. Это действительно может работать. А вот в 5 утра, в 6, ну, в 6 уже, наверное, придут следующие перед работой, кто рано начинает. Вот. В общем, надо смотреть. Но, кроме того, у нас существует технологическое ограничение, в отличие, там, например, от ритейла. Ну, в ритейле стоит товар на полке, логистика работает, мерчендайзеры там все расставляют, и все это в обычном режиме, значит, продолжается, и они увеличивают оборот, имеют живой кэшфлоу, приток выручки, рост выручки. А у нас же, если мы даже продлеваем работу клубов или делаем ее круглосуточной, мы сталкиваемся с двумя интересными проблемами. Во-первых, мы не увеличиваем непосредственно денежный поток, потому что человек купил карту годовую, членство в клубе. То есть это вопрос просто лояльности. Конечно, это лояльности и представления, возможно, выбора клуба, более как, широкого перечня услуг. Все правильно. А, значит, вряд ли кто-то именно купит, вот на наш взгляд, карту, чтобы ходить ночью. Просто это те же самые члены клуба. Вот я сижу перед вами. Я сейчас выбирал карту, исходя из того, знаете, чтобы ходить почти ночью. Вы такой живой пример. Я прям задумываюсь. Может быть, мы даже переформатируем задачу, которую перед собой поставили. Это интересно. Вот. Но, тем не менее, на наш взгляд, вот непосредственно так вот в прямой зависимости. Ведь в магазин пришел человек, оставил свои там 500 рублей или 1000 и увеличил тем самым оборот. Ночью. И, понятно, можно, да, посчитать, сколько тебе стоило круглосуточности, сколько выручки. Давалось. Выручка продажи за ночной период. У нас этого не будет, соответственно. Поэтому мы понимаем, а может быть, ввести, может быть, деньги брать за это дополнительно? Ну, посмотрим. Вот мы, я говорю, запустим тестирование, мы посмотрим, как это будет выглядеть. И вот дальше возникает следующий вопрос. Вот в бизнес-классе или в эконом-классе это можно. А вот в премиальных клубах мы вот сейчас открыли X-Fit Monarch на стадион юных пионеров. И Fusion у нас есть там на Комсомольском проспекте. Шикарные премиальные клубы. Там достаточно жесткий регламент технологический по клинингу, по обслуживанию инженерных систем. Надо сказать, что современный фитнес-клуб — это завод, реально фабрика по производству. То есть это не просто ванна с водой, которую надо вылить и залить новую? Я вот там приглашаю потенциальных членов клуба, там, кроме экскурсии по клубу, где им тренажеры показывают, зайти еще вот там в технологические помещения, где оборудование бассейна, где кулеры, где установлены кондиционерные установки для кондиционирования воздуха. Это реально завод. Это такой современный завод, там площадью 3000 квадратных метров с высокотехнологичным оборудованием. Все это надо обслуживать. Кроме того, в премиальном, особенно секторе, высокие требования к состоянию, к кондиции помещения. Не должны быть обшарпанные стены, не должен там кафель где-то отвалиться, там угол отбит быть. Это все ночью делается? Это делается ночью. У нас эти регламенты существуют. И клининг, серьезный клининг, глубокий клининг производится ночью, да, у нас бригады, значит, уборщиков, и вот эти ремонтные, профилактические, технологические работы всю ночь. Значит, как при клиентах это делать, наверное, не очень удобно, и, наверное, это снизит сильно уровень. Это можно позволить только в эконом-классе. Вот в премиальном, наверное, все-таки придется оставлять там 3-4 часа. Ну, это тоже нормально. Например, 4 часов достаточно. С двух до шести технологический перерыв. То есть вот такая особенность будет. Ну, хотя даже при этом можно заявлять, что он круглосуточный. Там, наверное, так. Вот это что касается особенностей. И я еще сказал о том, что вот у нас некоторые конкуренты, просто уже наши коллеги,
на рынке, взяли и сделали все клубы круглосуточным. Целая сеть, там заметный игрок на рынке. Ну вот, я не знаю, посмотрим. Сейчас они только что это сделали, сейчас мы будем наблюдать. Не обанкротятся, да, через пару месяцев. Да? Потому что, нет, ну они, конечно, не обанкротятся, они молодцы, хорошо работают. Не, но, не отменят ли? Да, не отменят ли во всех клубах и оставят, на мой взгляд, вот центральные клубы могут эффективно работать. Мы же говорим с вами о том, что вот целевая аудитория, потребители этих ночных услуг, это активная часть населения в мегаполисах, именно в мегаполисах. Вряд ли это в провинции где-то надо, да, вряд ли это где-то в деревеньках. Ну, мне кажется, тема нашей передачи — это как минимум все российские города-миллионники точно. Однозначно, и, да. И может быть чуть меньше, 500 тысяч. Там жизненный ритм, пульсация такова, что люди хотят успеть все. Хотя у меня есть одно негативное впечатление. Я позавчера прилетел из города-миллионника Владивостока, в котором в четверг вечером пытался заказать пиццу в 23 часа по Владивостоку. Для меня было это совсем не 23 часа, то есть мне хотелось поесть. И практически везде, на всех сайтах я увидел, собственно, на всех сайтах, которые я смог найти в Яндексе, я увидел, что до 23 принимаем заказы по субботам, воскресеньям до часу ночи. Мне пришлось заказать суши, потому что суши круглосуточно я нашел. И это пример, что как минимум в одном большом русском городе такая очень простая, понятная услуга, как доставка пиццы, не круглосуточная. Нет, а вы знаете, вообще миллионник миллионнику рознь. Я бы вообще под одну гребенку не ставил, потому что мы присутствуем с X-Fit'ом в Казани, у нас два прекрасных клуба, в Краснодаре третий клуб сейчас будем делать под управлением. Это очень разные города. Воронеж тоже миллионник, кстати, там тоже у нас три клуба. Абсолютно разный менталитет у аудитории, у нашего потребителя. Краснодар — суперактивный город. Люди все хотят. Вот там это пойдет, эта услуга. В Воронеже, средняя полоса России, прекрасные люди, но они так потихоньку спокойнее раскачиваются. Да? Так. Вот другой ритм, понимаете? А есть ощущение, в каком городе и в каких городах люди больше работают, соответственно, дольше задерживаются на работе, им такие вещи актуальнее? А я вот назвал, это вот энергетическая аура, что ли, над каждым городом, я не знаю, откуда она там возникает, как это исторически сложилось, но вот Краснодар, Казань — суперактивные города. Воронеж... А в Сибири вы есть? Иркутск? В Сибири мы в Новосибирске строим, мы буквально через там 4-5 месяцев открываем в Новосибирске первый наш проект. Вопросы гостю можно задавать по телефону 65-10-99-6. У нас есть первый вопрос. Добрый вечер, Михаил, слушаем вас. Да, добрый вечер. Рад приветствовать вашего гостя. Игоря, к сожалению, прослушал, являетесь ли вы владельцем клуба. Я могу сказать, как пятилетним стажем ваш клиент клуба «Эксфит Орбита». У меня вопрос с точки зрения того, если вы пытаетесь развивать сервис, понять тот сервис, который вы сейчас предлагаете клиентам, а у вас управляющие, какие они имеют KPI, если не имеют. Потому что по тому, как мы это видим с той стороны клиентов, у них стоит один KPI, это максимизация прибыли, и для этой цели проводится бесконечная акция для привлечения новых клиентов, тем самым только уплотняет, соответственно, ухудшаются условия существующих, больше людей на то же самое место, невозможно там очереди на ресепшн и, соответственно, в раздевалках и так далее. Поэтому хочется понять, несмотря на много записей, которые оставляем у вас на ресепшене, вот все-таки вопрос к управляющим. Да? У вас, наверное, была интересная идея в самом начале, но вопрос упирается в людей, в реализацию. Какие KPI у вас стоят по управлению? Спасибо, Михаил. Да, спасибо за вопрос. Он очень такой профессиональный из сферы бизнеса. Безусловно, у нас есть KPI для всех управляющих клубов. Безусловно, среди KPI есть показатель, который характеризует экономическую составляющую их деятельности. Это снижение издержек и увеличение доходной части, составляющей бизнеса. Иначе бы не имело смысла заниматься бизнесом, вы должны меня понять. Но я хочу сказать, что этот показатель не главный. Главный показатель, на первом месте он стоит в списке KPI управляющих, это KPI системы контроля качества, так называемый. Это система, по которой мы оцениваем ежемесячно с помощью там комитета по аудиту, у нас есть при совете директоров, это акционеры учредили, есть ревизионная служба, топ-менеджеры компании проводят осмотры клубов, изучают ваши заявления,
сомнения, ни одно из заявлений, которые вы оставляете, особенно пишите на горячую линию X-Fit на нашем сайте, ни одно не остается без внимания. Я лично читаю каждое из этих заявлений. Я расписываю, там и SEO компании расписывает. Мы все это контролируем. Система контроля качества — это целая так, серьезная анкета. Комиссионно осматривается клуб, проверяется вот, наличие в том числе этих жалоб, способ и уровень реагирования на эти жалобы, состояние клуба, состояние там, внешней оболочки, интерьеров клуба, оборудования и так далее. То есть это комплексное мероприятие, мы над этим работаем. Вот, кстати, интересный вопрос, позволю себе перебить. Здесь немножко ушли в сервис. Действительно, экспериментируя с круглосуточностью, понять, а что для человека важнее. Потому что вопрос, который был задан, ну, в общем-то, понятно, что если ты летишь в эконом-классе, то вилочка пластмассовая, может быть, даже сломанная. А хочешь да, металлическую... Ну, кстати, вилочку... орбита у нас скорее да. полет в эконом-классе. Да, да это, там хочешь примерно. Стальную вилочку, лети в бизнес-классе. И так, то есть это логично, да? Понятно, что бизнес заявляет какие-то параметры качества, и это не всегда высочайшее качество, это предсказуемое качество. Но вот вопрос такой, для ваших клиентов, пытались ли вы как-то исследовать, понять, что для них важнее, чтобы было круглосуточнее, но вот с тем же качеством, которое есть, там плохое, хорошее, такое-сякое, не обсуждаем сейчас это, или, может быть, им бы было не так важна круглосуточность, но зато что-то добавить, там, не знаю, меньше людей на один клуб, больше полотенец. Вот это однозначно, однозначно. Более высокий уровень сервиса предпочтителен. Вот здесь бы я проголосовал двумя руками. Ночная работа — это лишь дополнительная опция, одна из сервисных опций, возможность получить эту услугу ночью. Но лучше работать над улучшением качества в целом клуба вот по тем же самым KPI. Просто маленькая ремарка в конце ответа на этот вопрос, наверное, что сервис — такая вещь, в стремлении к совершенству, в котором нет предела. Там всегда можно расти, всегда надо улучшать, мы над этим работаем. Более того, чем больше растешь, тем балование потребителя, ему уже это привычно, комфортно. Конечно, конечно. Он привык, ему что-то надо дальше. Поэтому я нашему слушателю, я, к сожалению, вот прослушал, как зовут, хотел бы поблагодарить, во-первых, что 5 лет он уже с нами, это здорово. И вот поверьте... Несмотря на свои жалобы. Поверьте, что мы сейчас уже доросли до такого состояния, что мы больше думаем не о доходах и о там, рентабельности там, и маржинальности бизнеса, сколько о уровне качества и о репутации, которую мы имеем на рынке. Вот это честно. Знаете, кстати, вспомнилось, меня потряс в свое время фитнес-клуб, в который я ходил, когда по первости я в него ходил чуть ли не каждый день, и они мне подарили через какое-то время футболку за то, что я каждый день хожу. Ну, вот вы такой. Это намек был, это намек был. А я потом подумал, это же по бизнесу совершенно невыгодно. Конечно. Потому что лучше, чтобы я купил карту и ходил раз в квартал. Конечно. Знаете, есть такой, кстати, отраслевой показатель. Количество посещений членов клуба в месяц. Вот на Западе это один. На Западе это один. Значит, в России это раз в неделю. Поэтому у них там намного больше членов клуба на площадь клуба, и как бы им дешевле обслуживать одного члена клуба. Поэтому, когда вы каждый день ходите, вы напрягаете затраты. Но я это был намек. Я тогда понял, что действительно они хотят как-то развивать фитнес в России. Напомню, друзья, говорим о круглосуточной работе бизнеса. В гостях у нас Игорь Лукашов, создатель X-Fit Group. И еще один наш гость также присоединяется по телефону. Николай Власенко, совладелец группы компании «Виктория». Добрый вечер, Николай. Да. Николай, вы совладелец сети магазинов, насколько я знаю, все круглосуточные, да, или какая часть круглосуточная? Ну да, часть круглосуточная. Вот расскажите в вашем бизнесе, как вы пришли к идее круглосуточности и насколько это действительно помогает выделяться, окупает ли это себя с точки зрения прямых денег, а не просто бренда, имиджа и какой-то лояльности дополнительных клиентов? Ну, во-первых, конечно, мы понимаем, что магазин очень великие постоянные издержки, так называемые, это аренда, плата, там, освещение, и там холодильники те же самые, они же не могут выключаться, когда уходят все посетители. И поэтому, чтобы, естественно, чем больше время работы магазинов, тем лучше для эффективности магазина.
То есть вы эти активы используете гораздо более эффективно, в принципе, почти не тратя дополнительно. Ну, электричество какое-то, да, обслуживание. Да, только там, ну, понятно, что пусть еще плюс еще ночью удобно выкладывать товары. Зачастую, особенно мы знаем в Москве, где сложность с логистикой, удобно ночью разгружать машины, соответственно, выкладывать товар. То есть, в общем-то, клиент не замечает, как все это происходит. Ну и второй момент, наверное, важный для клиентов, в первую очередь, потому что, ну, мы же знаем тоже режим работы в Москве, многие люди очень поздно возвращаются, и, конечно же, чем дольше работает магазин, тем больше степень свободы у покупателя. Николай, а вот Игорь у нас сегодня перечислил в эфире технологические проблемы в фитнес-клубе. Понятно, там химия, бассейн, производство такое специфическое. У вас какие-то специфические технологические проблемы, которые пришлось преодолеть? Технологические, управленческие проблемы, может быть, когда вы налаживали эту круглосуточность? Ну, технологически понятно, что нужно искать персонал, который готов выходить ночью зарабатывать. Ну, наверное, это не самое сложное. Сразу, кстати, вопрос с трудовым кодексом. Вы им больше платите, так же платите, как-то их посменно оформляете, как это устроено? Ну, потому что там более гибкий график используется. Там, не все же там, ну, некоторые днем работают, кто-то учится, ну, я имею в виду, на других работах, кто-то хочет подрабатывать. Поэтому, в принципе, персонал, который работает ночью, это, наверное, только десятая часть штатного расписания. То есть проблем с заполняемостью нет. Николай, стоимость персонала та же самая, то есть с точки зрения, ну, какого-то пересчета стоимости его часа, например, месячно, такая же? Да, доплаты за ночную нет, в общем-то, повторяю, некоторым людям удобнее, наоборот, ночью работать со своим там семейным обстоятельством, и так как это небольшой объем нам требует персонала, то мы здесь справляемся. А вот иногда сложность, конечно, юридическая, что я имею в виду, что кое-где в магазинах есть же, ну, не в магазинах, а в округах запрещение торговли алкоголем ночью. И приходится часть отделов завешивать. Я иногда сталкиваюсь, такие веревочки висят, что в соответствии с распоряжением губернатора такой-то области, да. В водочный отдел вы сейчас не зайдете. Да, но проблема не с тем, что там завешивать или в 9 утра развешивать. Дело в том, что действительно, допустим, ну, что греха таить, спиртное ночью — это один из основных категорий товара, который покупается. И если зачастую некоторые магазины мы просто закрываем, если невозможно продавать алкоголь, потому что той точки безубыточности, которая позволила бы его содержать и ночью, не хватает. То есть гораздо проще закрыть магазин, чем торговать без алкоголя. Вот такое, это, кстати, очень интересная подробность, да? То есть для вашего бизнеса получается, вот эта штука оказывается, эта группа товаров оказывается ключевой для окупаемости всей истории. Кстати, вопрос, Николай, вы к круглосуточной истории приходили как-то постепенно или сразу задумывались все магазины как круглосуточные? Нет, безусловно, на самом деле не здесь срабатывает. Ну, на самом деле, простой экономический расчет, да, мы промеряем точку безубыточности, какой должен быть минимум оборот, чтобы окупать ночные издержки, все равно они там, если просто закрыть магазин, то они меньше, если он все-таки работает, конечно, там издержки больше, плюс, понятно, криминализация ночью тоже повышается. И охранников надо дополнительных каких-то сажать. Да, может быть, не так страшно даже охранников дополнительно, а события криминальные, конечно, в это время гораздо выше. Вот. И еще бы хотел отметить, что алкоголь, на самом деле, 90% покупают приличные люди по ночам. Да, вот та борьба с алкоголизмом. Я вот всегда говорил, что ночью мы закрываем магазины для торговли алкоголем, хотя, грубо говоря, работе те, кто пьют, те обычно днем-то не работают. По идее, днем надо закрывать торговлю алкоголем, потому что все вот эти деклассированные элементы, они, в общем-то, повторяю, днем-то не работают. А получается, что мы закрываем от тех, кто добропорядочно работает, и потом ночью не может купить спиртное. Скажите, Николай, а замечали какую-то разницу, исследовали, проводили опросы, насколько для ваших клиентов вот эта круглосуточность является фактором выбора, если у них в округе 2 магазина, 3 магазина? Какая-то долгосрочная лояльность создается, что я всегда хожу сюда, потому что я сюда хожу в том числе и ночью. Ну и днем я тоже чаще хожу сюда. Нет, ну, безусловно, если бы, я думаю, лояльности не было, то человек бы просто не ходил. Вот в этом плане магазин очень такой неэластичный товар, да, я имею в виду, что... То есть если я привык, я знаю, где там какой зеленый салат на полке лежит справа от входа, да, то я, скорее всего, и буду ходить. И ночью. Да, безусловно, и поэтому эта опция, повторяю, раз люди приходят, ведь это же в основном у нас магазины у дома, то есть если они спускаются там по вечерам и приходят именно в 11-12 час ночи,
Ну, значит, какие-то объективные обстоятельства их заставляют это делать. Спасибо, Николай. Напомню, у нас в эфире был Николай Власенко, совладелец группы компании «Виктория». Напомню, что вопросы нашему гостю в студии Игорю Лукашову, создателю X-Fit Group, можно задавать по телефону 65 10 99 6. И, возвращаясь к Игорю, такая философская мысль у меня возникла по ходу обсуждения. Есть европейская модель, когда ничего ты в неурочное время не купишь, в принципе. Всем известно, во сколько открывается и закрывается ресторан, скажем, в Италии, и помимо этого времени ты не поужинаешь, не пообедаешь, да, не позавтракаешь, да? Когда я в Англии в бизнес-школе выступая рассказывал про doing business in Russia, одна из вещей, которые я говорил, вы знаете, у нас в Москве, в миллионниках очень много всего круглосуточного. И когда я рассказывал, что у нас есть круглосуточное, люди просто делали квадратные глаза, говорили, мы хотим делать бизнес in Russia, несмотря на все коррупции, значит, всякие проблемы с нефтяной иглой и тому подобное. Вопрос. Как вам кажется, не загоняем мы себя, наоборот, этим в какую-то гонку? То есть у нас магазины круглосуточные, рестораны круглосуточные, фитнес-клубы круглосуточные, церкви, вот как в блоге попросили, тоже круглосуточные. С работы уже в 11:30 в круглосуточный фитнес-клуб, потом домой в 4. То есть, может быть, наоборот, по-европейски, так по-социалистически, спокойно, не торопясь, было бы и правильнее с точки зрения общего качества жизни. Вы знаете, я уже коснулся этой темы в начале нашего разговора, когда говорил о целевой аудитории потребителей вот этой услуги ночной, круглосуточной. И я сказал, что, в общем, это свойственно мегаполисам, где пульсирует жизнь быстрая, колоссально высокий темп, высокая энергетика работы, жизни, личной жизни и так далее. А не изучали в Милане, например, есть круглосуточные фитнес-клубы? Я сейчас не буду говорить. Я ничего про Европу не слышал. В Америке, я говорю, есть. В Европе, может быть, даже и нет. Потому что мы на американцев в этом плане больше похожи. Мы по-динамичнее. Но американцы — это Нью-Йорк похож на нас. А дальше Америка, она точно так же спокойная, и там ничего не происходит. Здесь нельзя говорить, куда мы себя загоняем и как, что с этим будет, и тем более нельзя этим управлять. Это абсолютно такой социальный и философский, как вы сказали, процесс. И так как будет, так и будет. Вот если сейчас в Москве такая энергетика и есть спрос на эту услугу, потому что люди хотят ночью ремонтировать машину, а днем не могут, поэтому автосервис нужен. Женщина хочет ночью покраситься, потому что она детей уложила и пошла, ей салон нужен ночной. Это востребовано. Кстати, очень хорошая бизнес-идея, между прочим. Да, я думаю, уже есть, потому что есть салоны ночные. А вот как только этого не будет, как только ритм Москвы, люди успокоятся, перестанет Москва быть меккой для селф, значит... Со всей страны. Да, для амбициозных людей, так и успокоится все, и эти услуги отомрут. Так что, я думаю, все будет естественно происходить. Спасибо, Игорь. Напомню, у нас в студии Игорь Лукашов, создатель X-Fit Group. Есть еще один вопрос у нас. Добрый вечер, Александр, слушаем вас. Добрый вечер. По поводу круглосуточности. У меня своя типография. Казалось бы, производство хорошо бы работающее круглосуточно. Пришел человек, не включая работы. После 2 часов до 5 количество брака растет в экспоненциальной последовательности. Люди спят на ногах. Поэтому вот как бы разговор о том, что давайте повышать производительность оборудования, упирается в то, что мы теряем деньги. Я ушел от круглосуточности давно, и, в общем-то, совершенно об этом не жалею. По поводу притока клиентов, которые приходят там в 12 ночи. Ой, мы сами создаем себе иллюзию, что вот мы сейчас будем работать круглосуточно, и клиенты будут бежать к нам там. То есть в магазин, ладно, я еще могу понять, сам иногда по ночам езжу в магазин. Но там ситуация, когда человек в 5 часов утра придет поплавать в бассейне, я с трудом представляю. Я себе с трудом представляю, как посмотрит на клиента, скажем, тот же инструктор по фитнесу, который будет еле на ногах в 4 часа, к нему приходит клиент. Просто поймите меня правильно. Спасибо, Александр. Мнение понятно. Знаете, наверное, здесь я даже слово Игорю не дам, сам пополемизирую. Просто зачитаю, что люди написали в комментариях к моему блогу сегодня, чего они хотят. Продуктовые магазины, кафе, рестораны, автомойки хотим, это понятно, это уже есть. Да. Страховую компанию хочу, уезжаю часто в поездки, нужно быстро застраховаться. Круглосуточного ювелирного не хватает, обувного магазина, круглосуточной парикмахерской.
человек пишет, мне нужно все круглосуточное. Я его очень понимаю, я бы тоже с удовольствием. Ветеринар круглосуточный, ведь правда, для людей скорая есть, а для животных скорой круглосуточной нету. Сантехник, электрик, лифтер, доставка всего. И человек очень уместно вспомнил, вот это «ждите курьера в первой половине дня», засада, да, у меня нет первой половины дня. Люди даже точное время доставки назвать не способны. А вообще-то идеально, да, я пришел в 7 вечера с работы, я поужинал, я пошел в фитнес-клуб, а на 23:30 я хочу доставку. И мне это удобно, и почему бы это не организовать, если таких услуг много, как не выделиться. Бассейн хотят, кинотеатр хотят, интернет-кафе хотят, общественный транспорт хотят. Кстати, очень актуальная, интересная идея. Уж как минимум какие-то маршрутки, я не знаю, как они у нас ходят, круглосуточные, не круглосуточные, или есть у них какой-то интервал. Магазины одежды, фитнес, бассейн, банки, услуги гида и вот церковь в конце. Что кажется тоже совсем логично. И, может быть, где-то даже есть, где-то в насыщенных церквями местах, мне кажется, какие-то открываются. То есть, мне кажется, я тут пополемизирую со слушателем, запрос на самом деле очень большой, и если этот запрос есть, если его правильно и эффективно отрабатывать, чтобы люди не спали в типографии, то, наверное, есть смысл. Игорь, у меня уже к завершению передачи мой любимый вопрос, я его задаю круглосуточно, всегда, на любой передаче. Книги какие посоветуете? Какие нравятся вам, какие посоветуете слушателям? Книги по бизнесу. Да, ну, если говорить о бизнес-литературе, я бы посоветовал человеку, каждому человеку, занимающемуся бизнесом, выбрать свое направление. Там, маркетологу надо читать соответствующую литературу. Там, лично вас. Да. Вот лично вас что вставляет? Лично я читаю по роду своей деятельности там, стратегический менеджмент и корпоративное управление, поскольку я председатель совета директоров, возглавляю совет директоров. И, там, у вас комитет по аудиту есть? Да, там, комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по развитию. То есть, ну, такая британская модель корпоративного управления. Поэтому это вот моя тема. А что касается книг по бизнесу, вообще я бы советовал читать воспоминания и как бы, ну, мемуары бизнесменов, которые добились успеха. Это Ричард Брэнсон, это даже Тиньков. Сэм Уолтон, я такой, как все, Генри Форд, там, да, Уоррен Баффет. Это очень интересно, там безумно креативно, безумное количество идей, которые могут помочь любому, особенно начинающему предпринимателю, я бы вот это читал. Это просто неоценимый опыт, который можно просто почерпнуть, не пытаясь его самому приобрести. Мы посмотрели срезы разных бизнесов, разных компаний, и сейчас хочется перейти к некой уже пошаговости и к некому пониманию. Вот нас слушает, например, нам звонил владелец типографии, нас слушает владелец салона красоты, владелец книжного магазина, менеджер торговой сети и так далее. Каждому из нас с вами для своего бизнеса, для своей работы, как понять, стоит ли этой круглосуточностью заниматься, должна ли это быть круглосуточность или просто расширенные часы работы, как мы сегодня тоже обсуждали, что вроде издержки меньше до 2 ночи, и начиная с 6 утра, но зато и маркетинговый эффект не тот, то есть так красиво, 24, банк 24, клуб 24, что-то еще, не знаю, типография 24, а без 24 уже не так красиво. И у меня вопрос Игорю на примере вашего бизнеса. Какие основные издержки любому предпринимателю нужно учитывать и для себя сразу в голове сформировать? Причем издержки как материальные, так и нематериальные на поддержание вот этой круглосуточности. Ну, нематериальных издержек, скорее всего, и вовсе нет, если говорить о фитнесе. Да ладно, администрировать вот это все круглые сутки. Да нет, это не такая проблема. Это совсем не проблема. Потому что в каждом клубе за дежурная смена отвечает за то, что происходит в клубе. И мы же не администрируем и днем. Да? Там руководство, топ-менеджеры не бегают по всем клубам и постоянно не смотрят. Там есть ответственные люди, они обучены, они занимаются своей работой. Поэтому, а конечно, у них глаза не слепаются, как вот у владельца типографии, который нам звонил? Да, ну нет, не слепаются, я думаю. А как что они... эту проблему решить? Нет, смотрите. Сутки через трое, например, будут слепаться? Я просто вернусь к тому, что мы еще только пробуем, тестируем эти режимы, еще пока у нас не работают люди ночью. Вот. Там у уборщиков, у клининга, у технического персонала, который ночью работает, они спят днем и приходят работать, соответственно, ночью. Это, собственно, проблема клининговой компании, как дело, чтобы не слепались? Или это тоже ваши люди, вы тоже думаете о том, это наши люди, но мы решаем эту проблему тем же обучением, тем же
контроля качества, там есть менеджер, который за этим следит. Вот, он тоже работает смен. А интересно, кстати, вот две же модели получается. Либо есть люди, которые полностью перешли на перпендикулярный режим жизни, то есть они ночью работают, и днем, соответственно, спят или какими-то своими делами занимаются. Или всякие хитрые модели, гибкие, сутки через трое, сутки через двое. Есть какие-то советы, предпочтения, нет, опыт? Лучше, вот на мой взгляд, лучше в этой ситуации делать там по неделе или по две вот в таком режиме ночном, потом... То есть человек, по сути, могут... как перелет во Владивосток, он да. переключился, там денек пострадал, ну, такой, как вахтовый метод, да. Вахтовый, по сути. Потому что когда человек, если сутки трое, он все равно где-то еще работает, где-то учится, студенты, и он, конечно, тогда будет сонный приходить, у него производительность труда резко снижается. Но вот, возвращаясь к издержкам, значит, я бы не брал нематериального свойства издержки, их, скорее всего, в нашем бизнесе, по крайней мере, нет. Кстати, вот у Власенко, наверное, есть, потому что это торговля алкоголем, сложная, кстати, социальная проблема, на мой взгляд, и я бы не до конца с ним согласился, что это здорово, торговать алкоголем ночью. Во всем мире не торгуют, и люди должны спать и отдыхать, чтобы потом работать, а как, не пить. Кто-то из наших водочных производителей сказал очень хорошо, мне понравилось в интервью, что бутылка другая моей водки в баре у приличного человека есть, а неприличный человек, он действительно пойдет ночью и будет там какую-то табуретку покупать. Ну, у производителя алкоголя и у продавцов немножко своя там и психология, и маркетинговые приемы, поэтому, ну, это пусть... Ну, бог с ним, то есть у них есть свои специфические юридические риски, у вас таких, в принципе, нет. У меня свое мнение об этом, но я, наверное, не формат нашей сегодняшней передачи. Поэтому все-таки главная издержка — это, конечно, люди. Безусловно. Я, опять же, не соглашусь с господином Власенко. Кстати, их труднее искать, легче искать людей на ночную работу. Я вот считаю, мне кажется, вот у нас работают студенты, нам, наверное, будет это несложно. Но я не согласен с тем, что им не надо доплачивать за ночное. Мне кажется... А вы доплачиваете? Да. Мы доплачиваем и платим тем, кто у нас ночью вовлечен, вот в технологические процессы. Но много, больше. Кстати, доплаты в процентах? Ну, нет, это в каждом отдельном случае там обсуждается. Ну, я думаю, процентов на 20 это может быть дороже. Но тем не менее, он правильно сказал, что это всего там 5-10% от общего штатного расписания, и это сильно там, на себестоимость, вот эти коэффициенты ночные не скажутся. Но тем не менее, люди нужны, люди должны быть, людям надо платить зарплаты, и это увеличивает, соответственно, издержки. Все остальное... Трудовой кодекс, кстати, у нас вот этот вахтовый метод, который вы описали, никак не запрещает, не ограничивает? Нет, ну нет, конечно, нет. Это трудовые отношения между работодателем и работником. Вот. Единственное, конечно, надо, я думаю, надо доплачивать за это и выполнять свои обязательства как работодатель. Вот. А что касается остальных постоянных издержек в виде аренды, там, электричества, это незначительное тоже увеличение. Поэтому, скорее всего, главная составляющая роста себестоимости — это персонал, который вовлечен в ночной процесс. И надо трезво очень оценивать, насколько это будет коррелировать с потенциальными доходами, которые можно получить от ночной работы. Вот у меня вопрос, Игорь. Я напомню, у нас в студии Игорь Лукашов, создатель группы компании X-Fit Group. И вопросы можно задавать по телефону 65 10 99 6. У меня вопрос такой. Вам самому нравится вот эта маркетинговая идея? То есть банк 24, типография 24, что-то 24. И предполагается ли в вашем бизнесе на этой идее поиграть? Потому что явно это некая хорошая ягодка на торте, которая может человека привлечь. Или вы пока спокойно шажочками увеличиваете время работы и не уверены, что вам такая ягодка что-то добавит? Ну, вот мы, конечно, маркетингово ориентированная компания. Идем, конечно, от клиента и смотрим, что им надо. Я считаю, это важный фактор. Мы будем это делать. Я не согласен. Вы в рекламе где-то будете, да, подчеркивать? Будем, что какие-то клубы у нас работают круглосуточно. Все, что улучшает и расширяет диапазон сервиса, особенно в сервисных компаниях, да, это здорово для бизнеса. Это, конечно, серьезный маркетинговый прорыв. Но я бы не согласился, кстати, с типографиями. Ну, вот мне бы не пришло в голову заказывать ночью там буклеты или, я не знаю что, визитные карточки. Вот вы напрасно, кстати, вам не пришло, а, например, кандидату наук перед защитой очень даже, может быть, и пришло. И может быть, защита дешевле. Я готовил защиту свою, например, диссертации 3 года. Я не думаю, что в последнюю ночь мне понадобится Бывает, знаете, там в авторефераце ученый секретарь перепутает. Реферат, да, реферация, диссертация. Бывает, реально.
Ну, может быть. Вот, может быть, надо. Я вот, я просто навскидку. Ювелирный салон, я не могу себе представить, что нельзя потерпеть до утра, чтобы с девушкой любимый в бриллиант... вообще гуляем. Ну, и нужно зайти. Может быть, сделать, да, красивый жест. Может быть. Почему нет? Может быть. Наверное, да, где-то в центре, рядом с каким-нибудь ночным клубом дорогим. Мне кажется, прав тот читатель, который написал, что все хочу круглосуточное, потому что если ритм действительно сдвигается, если мы не привязаны уже к этому вот солнышком встаешь, солнышком ложишься. С точки зрения московского потребителя, который живет круглосуточно, и там, когда ночью нет пробок, многие кстати, вещи делались бы ночью. Кстати, можно доехать, когда нет пробок. Это один из факторов, который формирует этот спрос на ночные услуги, на ночной сервис. То есть, по сути, мы говорим о том, что мы город тоже начинаем использовать, как вот Власенко использует в Виктории площади, конечно, холодильники, а вы используете конечно, бассейны. Город, так мы город начинаем город, вот сейчас еще одна философская аллегория, вы уже затронули. Город вырос как в пространстве, то есть, вот говорят, не резиновый, но он продолжает растягиваться. Растет. Так же и во времени, вот, и в пространстве, и во времени, в этих двух основных философских категориях. И поэтому вот ему деваться некуда, город уходит, в том числе и в ночь. И будет эта тенденция развиваться, да. А вот интересно, Игорь, какой-то, может быть, попробуем общий рецепт выработать, в каких типах бизнеса, видах бизнеса, для какого типа компаний, об этом надо по-настоящему всерьез задумываться, то есть действительно без этого через какое-то время будет трудно выживать, а в каких типах бизнеса нету, ну и слава богу, и ничего страшного. Но я бы не сказал, что где-то, наверное, будет трудно выживать, потому что вот ночная работа это ни в коем случае не будет определяющим для конкурентоспособности там, или выживания компании. Это просто, повторяю, дополнительный сервис, который дает маркетинговые конкурентные преимущества. Что касается в каких сферах, вы достаточно подробно со своего блога информацию сказали. Вот все, что люди спрашивают, то, наверное, и нужно. Что касается... кому надо задумываться, я бы задумался всем предпринимателям, посоветовал бы задуматься всем предпринимателям. И дальше попробуйте посмотреть, насколько их модель бизнеса, их отрасль соответствует вот этому тренду, который сейчас возник, этому вызову в бизнесе. Надо пробовать. Вот мы начинаем пробовать. Точно, как мы перечислили всякие доставки, отличная идея ваша, курьер ночной, в том числе и ночной, почему не в 2 часа там, да, попросить билеты. И, собственно, тот же студент подрабатывает, он... Да, и студент часа до двух может поездить курьером подработать. Поэтому надо пробовать. Я думаю, большинство, кроме каких-то уж совсем экзотических, а церковь тоже здорово, это же духовная пища, значит, есть потребность. Конечно, я же вдруг у меня горе случилось в 3 часа ночи. И свечку хочу поставить и помолиться, может быть, и ночью, да, наверное. Знаете, какая еще мысль возникла? Мы ничего пока не говорили про бизнес B2B, про тех, кто продает не конечному физлицу, физическому потребителю, а компании. А ведь у нас большая страна, и вот Владивосток я сегодня уже упоминал, как раз как-то очень уместно сложилась эта передача после моего прилета из Владивостока. Ведь даже просто посадить клиентский отдел продаж, работающий ночью, или с каким-то сдвинутым временем, например, с 4 утра, допустим, до 12 дня. Вот такой тоже 8-часовой рабочий день. Тоже каких-то людей, которым это по жизни удобнее, то ли у них учеба, то ли у них какие-то еще свои собственные привязки. И мы же охватываем отсюда огромную страну, от Владивостока, начиная Владивосток, Иркутск, Казахстан, Западная Сибирь, Тюмень. Все, что выпадает практически из внимания московских B2B бизнесов, просто потому что есть разница часовых поясов. И это уже не так сложно. Не надо бассейны заливать, закачивать, откачивать водой. Не надо универсамы содержать с охранниками. Надо, собственно говоря, те же самые бизнес-процессы воспроизвести, просто телефонные, какие-то факсовые, электронную почту воспроизвести в офисе, посадить еще людей и заработать еще немножко денег. Может быть, это очень любопытная идея для кого-то. Ну, Глеб, я вот не очень, наверное, компетентен в этой области, потому что наш бизнес — это B2C, да, и мы работаем с клиентами, с непосредственными потребителями. И мы с вами, обратите внимание, обсуждали в основном сервис, ритейл и так далее. Собственно, все три гостя вот, сегодняшних, они были у нас из B2C. Да, а что касается B2B, ну, наверное, тоже это где-то может быть востребовано, хотя бизнес приспособился, вот инвестбанкиры, там, инвесторы, они же работают на биржах, они просто знают, что надо в 6 утра встать и посмотреть открытие гонконгской биржи, да, а потом
что-то купить, что-то продать, а потом это придет потом во Франкфурт. Потом лечь поспать на пару часов. Да, потом во Франкфурте открывается и Лондоне, а потом в Нью-Йорке. И бизнес приспосабливается. Бизнесу легче намного приспособиться, потому что бизнес работает по определенным бизнес-процессам, алгоритмам, которые с двух сторон этой конструкции B2B одинаково воспринимаются, одинаково работают. А вот клиенты, когда вот у нас в X-Fit порядка 50 тысяч членов клуба, представляете, сколько мнений, сколько эмоций, сколько желаний. Ну, как сегодня был звонок, да. Не надо мне круглосуточности, вы лучше на жалобы на книги лучше реагируете. Вы лучше улучшаете сервис. А мы улучшаем сервис и будем думать о круглосуточности. Но у каждого вот 50 тысяч человек и 50 тысяч мнений. А в бизнесе это проще. Поэтому, наверное, следующий этап, может быть, будут пробовать. Спасибо, Игорь. Напомню, в студии Игорь Лукашов, создатель группы компании X-Fit Group. И уже, наверное, плавно двигаясь к итогам передачи, подводя итоги, я бы хотел свой такой эмоциональный вывод сформулировать. Я вот уже вспомнил о выступлении Doing Business in Russia, как делать бизнес в России. И я подумал, ведь действительно у нас есть какие-то вещи, которыми мы можем гордиться и можем позиционировать как что-то, что в лучшем свете отличает страну. И мы говорим о том, что Москва, финансовый центр, привлекательность, инвестиционная привлекательность. На протяжении всей передачи, все полтора года, что она существует, я постоянно гостям задаю вопросы, а как нам быть более конкурентоспособными в мире, а не только в своей стране? Как нам делать продукты, как Fine Reader, как Касперский, которые были популярны везде, а не только в России? И если говорить о том, что страны, города конкурируют за людей, конкурируют за мозг, конкурируют за инвесторов, мы говорим, что у нас пробки, мы говорим, что у нас, может быть, не очень комфортная полиция, милиция, мы говорим, что у нас много всяких проблем, что климат у нас так себе, что экология так себе. Но я общаюсь с предпринимателями и с менеджерами и в Великобритании, и в Арабских Эмиратах, и в Гонконге, и рассказывая о том, как мы делаем дела здесь, в России, когда я упоминал круглосуточность практически всего в Москве, круглосуточность очень многого, люди действительно удивлялись, им это действительно нравилось, и поскольку все это люди активные, живые, динамичные, они говорили, классно, мне бы это было очень удобно. Я задумаюсь о том, может быть, мне с вашей стороны тоже поработать. И мне кажется, это надо осознавать, и каждому бизнесу действительно брать вот такую идею на вооружение. Напомню, друзья, говорили мы сегодня о круглосуточной работе бизнеса. В студии у нас был Игорь Лукашов, председатель совета директоров, основатель группы компаний X-Fit Group, кандидат экономических наук. С вами был я, ведущий программы Глеб Архангельский. В эфире была программа «Время предпринимать». До встречи через неделю.